Всем привет, с вами снова Денчик, и сегодня мы записываем обзор по... На игру Street Racer Europe. Да, на игру Street Racer Europe, и она тоже происходит в Москве, блин. Что-то все гонки, которые я нашел, они все в Москве. Данил, ты мне опять скинул как фотки, ты загрузи их как документы, они опять в JPEG все эти елочки. Я не знаю. Теперь скайп пущу не потом, ладно. Чубойлер. Продолжить. Вот у нас этот как Вольф. Он немного низкополигональный, но это фигня. Это что у нас за тачка? Вот это, наверное, этот, как его? Freightliner RX-8. Нет, это Eclipse, мне кажется. Или Freightliner, да кто за... Нет, это Eclipse. Freightliner RX-8. Это Eclipse. О, вот это вообще этот... Тибурон. Полицейская версия. Вольво Тибурон. Какой Воль? Это не Вольво. Вольво Тибурон SRT8 V6. Дурак что ли? Это не Вольво Тибурон. Вольво Тибурон SRT8 V6. Нафига так издеваются над BMW? Че там? Перед. Ты бы на перед посмотрел, тут трындец. Не хотел бы смотреть на передок тачки. Зачем так издеваться над BMW, ёпта. Авторы этой игры, походу, хейтеры BMW. За что им, конечно, не уважуха. Ну, а зачем так издеваться над легендой, а? Вот это я не знаю вообще, что за тачка. Я раз, ты не молодцы, что так издеваются над BMW. Это вообще-то игра не я, раз ты меня разработал. А ладно, бывает, оговорился. Это чуваки и другие делали вообще. Вот это я не знаю вообще, что за тачку. Матак есть зато. Без разницы, какая тачка. Гоночный болид. А это что такое? Ну-ка, да-ка, сзади надо посмотреть. Это похоже на Феррари, короче. А это я даже не знаю, что такое. Опять. Что-то Road Rush'ом попахивает. Мотоки тут что-то делают. А кто сказал, что Road Rush это плохо? Ты бы хотел устроить Road Rush в реале, нет? Нет, конечно. На реальных байках. На супер-мега-гипер скорости. Thank you.
немножко убавить звук. Эффект. Вот так. Бойлеры. Чубойлеры. На Audi 4 ставятся бойлеры. А, я упал. Бойлеры. Мне больше понравились бойлеры. Бойлеры. Пиздец. Воу. Бойлеры. А бойлеры это чего? Короче, какая-то дичь для нагревания воды. Как она может стоять на машине? Бойлер. Ну, возможно, может, Илон Маск же ставил. Бойлеры. Илон Маск. Все, теперь я не это, ставим бойлеры на, а не чпойлеры. На это, на машины бойлеры ставим. Да ты придумаешь так, попридумывать, для чисто поугараем, что тут такое. Бойлер. Ну, Илон Маск. Илон Маск же ставил. Нифига тут трафик отлетает. Меня прикалывает, когда здесь трафик отлетает. Попробую так сходить. Я уже в Е39 примутил. Ой, мусора тут легко, кстати, гасится. Ты ему впечатал и все. Ага. Ну чё, господин Раста купил себе микрофон? Не знаю. Он сегодня выходил на связь? А чё с центром? С центром. С каким нахер центром? Ну, с советским командованием. Он с бойлерами выходил. Он с бойлерами выходил. На связь с советским командованием. Бойлеры. Это уже моя фантазия, не обессудьте. Как фанатов Сталина. Видите, ну, не как человека, который мечтает за руку прогуляться за ручку со Сталином. Бляха. Бойлеры не помогают. Бляха. О, ништяк. О, кстати, я одного на круг этого. О, кстати, тут вертолеты есть. В смысле? Ментовские? Может быть. Вертолеты есть. Охренеть. О, здесь ремонт. Как в одной игре. Underground 2. Нет.
В Underground 2 ремонта не было. А перекрытые дороги в ремонт, нет? Нет, ремонт машины. А, СРС-ка тогда, или гастри. Но зато не за донат хотя бы, это нормально. А кто говорил, что в СРС-ке он был за донат? Нет, был за свой счет, типа, за свои деньги. Ну, за игровые деньги. Ага. За игровые деньги было, короче. Вот здесь тоже за игровые деньги этот починка. О, мусора, здорово. Как говорил один очень известный читер, диспетчер, добрый вечер. Думаю, это Данил такой, под кого я. Очень плохо, что он стал читером, честно говоря. Прописал. А что ты ему подписал? Да. Так. А подписал в одно место? Да. Да, менты здесь бортуются конкретно. Нифига, они тут бортуются, кстати. Да, разработчик, блин, знал, что делал. Ментов такими сделал, что они бортуются конкретно. Ух ты, здорово, Тибурон. Как ваше ничего? Феррари Тибурон из T8V6. Тачку надо чинить за каждую гонку. А в одной игре вообще надо заправляться. Это где такое? В No Limits. А. Баг же. На машине. Ну, да. Надо заправиться. А если этот баг иногда заправляется за донат, за что, конечно, я за бом большое такое не спасибо. Так, Е39 бэшка потихонечку встала чуть пониже этой Е30. Сейчас следующую бэху впиливаем, наверное. Мент купается, я уже думал, мент купается в воде там. А? Я уже думал, мент в воду упал. А что, не упал разве? Нет. Тут, кстати, можно с этого упасть, с моста. Я тебе показывал, короче. Ага. Если вот что-то потемнее сделаю. Прикинь, тут все осязаемое. И мост, и... Давайте продолжим. Починим тачку. О, лучше моя. Все перекрасим. От Москвы до Барселоны. Попахивает наркоманией. Так,
как можно уехать от Сиона? Не знаю, честно говоря. О, некоторые чуваки на мопедах. Привет, Burnout Paradise. Здорово, чуваки на мопедах. В смысле, развернись? Не в ту сторону поехал. Пиздец. Я сбил мопеде чувака. Баты, вы что тупые? Что надо было здесь сделать? Я чуть не понял. Тачку починим. Странный какой-то заезд. Толком непонятно, что делать. Так, стой. Ты далеко не уедешь. Может, это какие-то догонялки? Это кажется. Ты догонял, ты туда-сюда ездишь. Опа. Я на первом месте, нормально. О! Прикинь, сюда Прагу запихали. Что запихали? Прагу. А что это? Город такой. Есть. Прагу, что ли? Да, это город. Я знаю, что это такое, просто сначала не расслышал. Черт, бывает. Да, такой вот, что. Опять мопед. Чувак на мопеде опять. Против машин. Дурак, что ли? Мопед. Лол. Третий бумер встает на свое место. Охренеть. Кульбитики, конечно. Бумер встал на свое законное место. М3Е46, который... Мне, походу, знаешь, что мне придется делать? Мне придется по картинке увеличивать. Ну, сделать ее это подлиннее, чтобы побольше тачек нахреначить. А мент остановился, что-то. А, ну, короче, склифосовский. Какая бэха у нас следующая? Ну, может, даже не только бэхи будут, потому что бэх много, бэх не так много. Как кажется, может еще кроме бэх что-нибудь будет. Одно изображение, простите, 170. Ага. Ох, блин.
прерыватели есть. Привет, Most Wanted. Обоим эту оболочку в синий цвет и подвинем к нашей остальным бэхам. Бабамс. Бля, у нее это основание белое. Это кривой ПНГ. Будет 4. Ну только. Во, теперь по кайфу. А, нет, они по кайфу, дарить нахрен этот слой. Трамвай есть, прикинь. Жесть. Приятно в какой-то мере это осознавать, что он там есть. Срезка есть. Эта бэха сюда не встанет, у нее большая дичь творится там кое-что, поэтому эта бэха сюда не встанет. Какая? Да, я тебе потом покажу, когда доделаю. Слушай, у меня вот эта бэха осталась. Эта бэха... Бля, ладно. Черные бэхи и белые бэхи, что-то вообще не по кайфу. Нужны именно те, которые можно перекрасить. Один вариант. Фига он большой вариант, ну сейчас 170 бабамс, уменьшим по самому, не то самое. Хоп. Ctrl-U. Вот так вот немножко подтяним. Офигенно. И сейчас зафигаем. Надеюсь. Его ксиков не видать. Так, щелкачком. Применить, переместить. Чай. Да, давайте посетить продавца. Что у нас тут еще есть? Ментовская есть. Куплю вроде Эклипса. Странно. Вот это. Хорошо.
Да, сходи, я еще сяду. Выставь на 3 часа больше времени. Болен. Менты бортуются. Офигеть. Что творишь? БМВ на фон. А я думал бойлеры. Да не, БМВ. Бойлеры. Надо посмотреть эту серию, где ты сказал бойлеры. Обзор на Audi A4. Бойлеры ставятся. Слово я этого нигде не говорил, вот я придумал на ходу. Чё придумал? Ну? Что? По бойлеры на А4 я на ходу придумал, я этого не говорил там. Бойлеры. Thank you.
Может, как-то так вот. Больно, да. Сбойлеры. Это что еще? СТ-ойлеры. Капот-ойлеры. Ты что это? А? Что это такое? Блин, так. От нежели делать придумываю. Капот-ойлеры. Капоты, капот-ойлеры. Обвесы, обвес-ойлеры. Это моя фантазия так себя ведет. А тем временем смотри демку, если можешь, или ты еще записываешь. Наверное, сейчас закончу. А почти 32 минуты уже фигаришь. Барселона. Наверное. И есть такая новость, я по ходу видоса разбился на три части. Ну, закончим с вами балденчик. Всем хорошего, всем пока.